Всем привет! Сейчас буду делать в прямом эфире заказ по каталогу Oriflame. Кому интересно, что я заказываю, как я это делаю, присоединяйтесь, смотрите. Будет очень-очень интересно. Заодно покажу некоторые продукты, которые очень крутые. Привет, Лиза! Вот, ты пришла, и мы сразу начнем. Я буду показывать свой заказ, как я его делаю. Что я закажу, и если какие-то вопросы будут по продукции, может быть, там по каталогу, не знаешь, какие-то акции интересно разобрать, спрашивай, да, все буду рассказывать. Сейчас, может, еще кто-нибудь зайдет, буду очень рада. Ну что, поехали? О, вот эту водичку обожаешь? Вот эту? Позас. Видишь, у меня сколько осталось? Я прям берегу. У меня тоже ее заказали. А моя любимая вот эта водичка, вернее, Мишина любимая, но я его поддерживаю. Как-то вот в лето прям она очень крутая, хэппи-дизиак. Пробовала такую? Она просто фантастическая. Ну что, я перевожу на экран. Сейчас какую-нибудь сооружу здесь. Ты ее выиграла? Ого, классно. Точно. Вот и Миша присоединился. Ну что, перевожу на экран. И сейчас буду показывать, как я делаю заказ и рассказывать, что я именно буду делать. Видно вам экран? Так, как-то бочком. Танюшка, привет! Короче, первое, что нужно сделать, это зайти в личный кабинет на сайте Oriflame. Я, кстати, первое, что я захожу, я сразу смотрю, какие акции. Вот смотрите, вылетела какая-то подсказка, акция «Жаркое лето». Я просто нажимаю здесь внизу на кнопочку «Узнать больше». Мне интересно, что это за акция. То есть здесь нужно нажать «Заказы продукты онлайн по сниженным ценам». Это, наверное, такие продукты, которые снимут, ну, с производства, может быть, или еще там какие-то причины. То есть мы смотрим. Кстати, я добавила вот такой крем. Я уже в корзину все положила, если вы видите. Сейчас покажу поближе. Вот тут сбоку корзины у меня уже лежат 26 продуктов. И я вот этот крем туда уже забросила. То есть первую акцию посмотрела, потом еще крутая акция. Вот здесь вот сбоку, внизу, если смотреть. Вау, сейлы. То есть распродажа. И тут перечислено, что в распродаже идет. Сейчас поближе поднесу. И можно посмотреть также картинку. А, где-то здесь картинка должна быть. Не вижу картинку, но она должна быть. Ну вот смотрите, меня, например, заинтересовали некоторые продукты, и я хочу узнать, как они выглядят. Например, набор полотенцев Wellness. Я копирую так код. Я уже, кстати, искала. То есть я вбиваю в Гугле или в Яндексе код продукта, который меня интересует, и слово Oriflame. И вот он мне выдает подсказки. То есть вот эти вот полотенца, да, я вот вижу, я могу их посмотреть, почитать информацию более подробно, что это за полотенца. Видите, их два в наборе, мужские такие стильные wellness полотенца. Конечно же, я их беру. Вот. И я захожу сейчас в свою корзину. Я обычно из каталога все добавляю. Сейчас я вам расскажу, что я выбрала и почему я именно этот продукт. То есть, смотрите, в корзине у нас сразу, когда вы заказ делаете, изначально цены идут, может быть, неправильные. Поэтому вот вы видите, тут набор полотенцев идет 1200 рублей. То есть вы на эти цены внимания не обращаете. Потому что, как вот в магазине вы ходите за покупками, там сначала... Вы берете все, и на кассе вам уже пересчитывают, правильно? А сначала вы все кидаете, все подряд. Некоторые цены вы еще сомневаетесь, какие они будут, такие или такие. И вы просто на кассе смотрите уже, какая цена. И вы говорите, ой, нет, я это брать не буду, дорого. Или наоборот, о, прикольно, недорого. Я как раз и рассчитывала на эту цену. Вот, и все. Возвращаюсь на экран. То есть здесь вот я все добавила.
Смотрите, мне очень понравилось, кстати, на последней странице каталога очень красивые гели для душа. Они прям специально к чемпионату мира по футболу сделали такой дизайн обалденный. Всего любой гель по 79 рублей. Кстати, цена-то какая прикольная, только сейчас увидела. А вы понимаете, да, что если мы смотрим, то от этой цены 79 рублей, если у вас есть скидка 20%, то вы отнимаете, и сколько останется за гель? Всего 63 рубля. Смотрите, я вот один гель взяла. Наверное, мало. Сейчас сразу добавлю еще парочку, потому что я обожаю наши гели. Вот смотрите, я прям код беру из каталога. Например, мне очень нравится «Тосканский закат» 33106 код. Я вбиваю так в корзину. То есть я нажала наверху «Быстрый заказ» вкладочку и в корзину все вбиваю. Один такой и один возьму «Пляжа Майами» 301-32. Будут все разные. Очень классные. И «Японские церемонии» я уже добавила. И я просто нажимаю в корзину и оказываюсь в своей корзине. Так, что же я сюда накидала? Смотрите, я взяла вот этот крем по распродаже. Дневной. У меня его постоянно берет одна клиентка, поэтому я для нее. Набор полотенцев, гель, освежающий спрей для ног, апельсиновая вода. Посмотрите, всего по 119 рублей. Я его подегустировала в бизнес-центре. Сейчас покажу вам его в каталоге. Во-первых, я просто без дезодоранта жить не могу. Вот он, такой красавчик. Я даже фотки выкладывала. Здесь еще есть крем для ног, но кремов у меня прям много, я запаслась. И вот если вы видите, цена в каталоге 149 рублей. А со скидкой уже проходит всего за 119. И я их набрала 7 штук. Угадайте, кому? Это все мне. Взяла два новых шампуня. Очень просто обалденно пахнет. Последние странички в каталоге. Вот здесь вот есть яблоко и бамбук. Это вообще просто невероятно. У меня есть возможность потереть с каталог, у вас нет. И шампунь зеленый чай и личи. Я их попробую, если они, ну, как бы все подойдет. Но мне обычно все шампуни подходят. Я, конечно, их возьму оба. И в следующем заказе еще дозакажу, потому что шампунь уходит очень много. Видите, какие у меня волосы длиннющие. Так можно обмотаться ими. И у дочки тоже такие длиннющие. Мы как бы голову моем часто. Это, ну, необходимость жизненная. Поэтому хочу попробовать. Далее, набор лидер. О, да. Сейчас я вам покажу этот набор. Я, кстати, его сегодня увидела только в каталоге. Смотрите, у нас вышло несколько новых продуктов. Это туалетная вода лидер, дезодорант мужской и гель для душа. И вот представляете, если брать по отдельности, какие цены. Одна вода стоит 729, дезодорант 219, а сейчас можно взять набор за 499 рублей, если ваш заказ из каталога на 990. То есть на каждую 1000 рублей можно взять такой набор. Я понимаю, что это будет бешеный ажиотаж, и я вот взяла таких наборов 3 штуки, даже без заказа. Вот циферка 3, видите? Просто взяла впрок, пусть будут на подарки, кто захочет купить. Бывают такие клиенты, которые увидят это в конце каталога, например, когда уже ничего не будет на складе, а я им скажу: опа, у меня все есть. То есть я заранее готовлюсь. Вот, я взяла туалетную воду Happy Дизиак. Вот она вот так выглядит, и у меня она заканчивается. А Миша ее просто обожает, но я не могу его огорчить, чтобы быть без этой водички. Тем более в лето она изумительна, она пахнет клубничкой, такая вкусная. Она вроде бы сладкая, но в то же время она такая свеженькая. Два мыла мужских это под заказ. И взяла попробовать закрепляющий спрей специальный для макияжа. Это какая-то вообще новая сенсационная штука. Она, кстати, по акции идет, ну, со скидкой, с большой. Сейчас скидка обработается, пройдет. Парфюмированная вода Позес. Показываю водичку, как выглядит. Смотрите, какой флакон. Это просто произведение искусства, какой-то шедевр. Видите, такая змея, Клеопатра. Тоже безумно вкусный аромат. Просто один из лучших, мне кажется, в Oriflame. И
Он такой стойкий, то есть по стойкости он, наверное, на первом месте. Вот Джордани, Позас, они просто невероятно шикарные. Смотрите, какая огромная скидка, 1199 рублей всего за такой шикарный парфюм. Но это тоже под заказ. Взяла попробовать новинку тонизирующие средства. Идет гель для умывания, гель-крем для лица легенький и две масочки. Взяла попробовать нам с дочкой. Ну, к дочке, конечно, но я тоже попробую. Обязательно беру рассыпчатую пудру. Я не знаю, если у вас электронный каталог, то вы, наверное, вот эту вставку в каталоге не увидите. Сейчас парфюм уберу в сторону. Парфюмный такой завод. Вот в каталоге есть такая вставочка. Она маленькая, такая прям прикольная, и в ней очень много продуктов с классными скидками. И я здесь нашла пудру рассыпчатую. Как я ее долго ждала. Смотрите, какая цена на нее. 529 рублей, и отсюда сейчас еще отнимется 20%. И, конечно же, я взяла сейчас на лето естественный вот этот оттенок, самый такой насыщенный, потому что все равно кожа будет чуть-чуть подзагорать. Классно, и мне очень цена понравилась. Так, это под заказ туалетная вода мужская. И вот тут те гели, которые мы с вами добавили. Теперь мы переходим в корзину, нажимаем продолжить, нажимаем продолжить. Ждем, когда все обработается. Тут все быстро. Вы можете пока какие-то вопросы мне задавать по продукции, если интересно, с удовольствием расскажу. И вот смотрите, цены обновились уже. И в корзине те же полотенца, которые стоили 1200, уже 399 рублей всего. Такие цены приятные. Спрей, закрепляющий по акции 279. Да, видите, что пудра 423 рубля. Какая прелесть. То есть вот эти цены мне всегда очень нравятся. Вот тут мы, здесь мы уже проверяем все досконально, сколько чего есть. И наверху, если вы заметили, есть такое два предложения. Первое, скидка 80%. Я всегда смотрю, что здесь интересненького. Здесь всегда много бижутерии. То есть мы смотрим вот цену уже вот эту вот, которая открытая, зачеркнутая эта цена до. А сейчас здесь вот эта цена. И я смотрю, что здесь есть интересненького. Может быть, мне что-то как раз нужно. Я не знаю, ну, мало ли, вдруг вот чего-то у меня такого нет. Я всегда проверяю, что здесь классного. Ух ты! Помада шикарная. Джордани элегантный красный. Так, все смотрю. Ну, вроде бы у меня все это есть. Ух, это тоже классное предложение. Дезодорант для ног, клубника и ревень. Но я все-таки уже хочу апельсинчиков и набрала их достаточно много. А вот это мне прям интересно. Вот сережечки, я люблю бижутерию, а зелененьких у меня как раз и нету. Вот я их и возьму. Нажимаю «Добавить заказ». Смотрите, какая магия. Нужно обязательно промотать самый низ. Самый-самый низ. И нажать «Пересчитать заказ», чтобы вот этот продукт появился в корзине. Вот мне нужно, чтобы у меня было 150 баллов в этом заказе, потому что мы делаем два заказа на меня и на Мишу, минимум это по 150 баллов. И я смотрю, что у меня еще не прошла скидка. То есть я открываю наверху. Эксклюзивная скидка 50% на любой продукт, только для участников премьер-клуба. Ребят, все знают, кто такие участники премьер-клуба? Вернусь к вам на минуточку. То есть расскажу вам такую фишку, в Oriflame есть. Если вы делаете заказ, например, на 150 баллов, то первое, что вы получаете, это кэшбэк. Возвращается 10% от суммы заказа, возвращается на номер. Представляете, какая классная штука. То есть это примерно, вот у меня получилось в прошлом каталоге, сделала заказ почти там, ну, около 200 баллов, мне вернули 1000 с чем-то. Очень приятно. То есть минимум это 800 рублей. А второе, это если два каталога подряд сделать по 150 баллов, то на третий каталог любой абсолютно продукт, абсолютно любой, только не распространяется на наборы. Ну и все, по-моему. Wellness можно брать, сумки, аксессуары, все что угодно. Любой продукт можно взять со скидкой 50%. Вот давайте с вами сейчас просто вы посмотрите, как это работает. Я всегда беру wellness, то есть wellness pack или wellness коктейль. Сейчас открою каталог. Вот как раз
перевожу на каталог Wellness. Вот смотрите, он стоит 2600 рублей. Мне нужен женский. И я вбиваю вот сюда, вот в табличку, код 22791. Одну штуку и нажимаю «Добавить заказ». И сейчас будет такая магия. Цену вы запомнили. 2600. Опять же, спускаюсь в самый низ, и мне нужно нажать «Пересчитать заказ». Обязательно. Пересчитываем. Вот. Во-первых, мы смотрим, сразу баллов стало 178. Это, конечно, много. Мне нужно поменьше баллов. Сейчас буду делить на другой заказ. И поднимаемся вверх. Вот она. Тра-та-та-та. 1040 рублей витамины. То есть не 2600 рублей, потому что, конечно, ну, 2600, кто-то скажет, это очень дорого. На самом деле, за такие витамины это недорого. Кто пробовал, кто их пьет, кто знает, тот... Коробочку я унесла в комнату, в кухню. Тот понимает, что эти витамины, они стоят гораздо дороже. Я бы за них платила и дороже. Если компания будет поднимать цену, я все равно буду их приобретать. То есть меня не остановит стоимость. Но всегда приятно взять продукцию, которую вы планируете, гораздо дешевле, чем она стоит, согласны? Поэтому вот эта цена 1040 рублей за эти витамины, это вообще просто халява. Итак, возвращаемся на экран. Привет всем, кто присоединяется. Мы заказ тут делаем вместе. То есть вот он, 1040 рублей. Ну, давайте теперь посмотрим. У меня заказ немножечко превысил мои ожидания, то есть мне нужно сделать 150 баллов, а остальное я перенесу на Мишин заказ. То есть 28 баллов у меня тут лишнее. Я немножечко сейчас просто вернусь в корзину и что-то уберу и закажу просто потом в Мишин заказ. Вот и все. То есть я уберу такие продукты, которые, ну, мне не горят, прям не знаю как. Я нажимаю тут корзину. Приветик всем, ребята, кто присоединился. Вот, я сейчас посмотрю. Вот смотрите, дезодорант для ног это не дефицит. Он придет мне в следующем заказе. Так, сколько он? 3 балла. 3 6, 18. Еще 10 мне нужно убрать. 10 баллов. Ага, ну вот водичку я могу в следующий заказ заказать к Мише. Сейчас проверяем, сколько получилось. Нажимаем опять продолжить и смотрим, сколько у нас остается баллов. Привет! Как у вас дела? Сейчас пока обрабатывается, я на вас переключусь. Как у вас дела? Кто уже заказы сегодня делает? Похвалитесь. Я с вами порадуюсь. Ох ты, 149. То есть мне нужен 1 балл вернуть. Сейчас я опять нажимаю на корзиночку и просто добавлю один дезодорант, и все, пусть будет 2 сразу. Что-то я их не вижу. Где они? Ага, вот, нашла. Пусть будет чуть-чуть побольше. То есть, что у нас получается? Завтра будешь делать? О, я еще хотела. Ну, я завтра буду на Мишу скидывать. Еще туда что-нибудь добавлю. Итак, мы еще раз проверяем, чтобы у нас все было, что мы хотели. Так, сережки заказала. Wellness Pack со скидкой есть. Проверяем баллы. 3 набора лидер прошли, конечно. А, кстати, если вам не нужны какие-то там журналы или еще что-то, кстати, каталогов нету. Да, вот что, каталоги резервируются. Да, смотрите, что-то почему-то пока каталоги не проходят. То есть, смотрите, я проверяю 152 балла. Теперь по оплате, смотрите, весь заказ 6782 рубля. Скидка проходит 4069. Вот в этом моменте самое интересное, мы можем оплачивать с товарного поля не более 60% от суммы заказа. То есть я заплачу сейчас не 6, почти 800, а всего 2700, представляете? То есть за такой огромный заказ, и здесь еще тем более продукты под заказ идут, то есть я заберу деньги с клиентов и полностью окупится заказ. Я выбираю курьерская доставка. То есть, если у вас есть в городе курьерская доставка, можно этим пользоваться. И при заказе свыше 4000, а у меня тут почти 7, доставка домой бесплатная. Просто мне привезут в среду утром. Видите? То есть, вот результат. 2713 рублей. А, подождите, я кое-что забыла заказать. Сейчас, хорошо, что вспомнила.
раз приготовила этот листочек. А если вы участвуете в акции «Чайная классика», то в этот раз нужно указать код набора. Это молочница, молочник и сахарница. Сейчас я вобью в код. Две секундочки. 54, 57, 87. Вот набор. Его пока на складе нет, но он будет зарезервирован и придет нам чуть-чуть попозже. Я опять нажимаю продолжить. Проверяю содержимое, чтобы... Участвуешь? Класс! Боже мой, как мне понравились эти все наборы. Сейчас к вам перейду. Я получила когда чашки, честно, я была поражена просто, насколько это, ну, крутой комплект будет. Я хочу собрать все, весь набор, у меня так и получится. Я взяла еще чашечки с запасом, побольше на Мишин номер, на свой. У нас получится 8 чашечек, сахарница, молочник и заварочник. Заварочников возьму 2, и даже сахарница, молочник тоже возьму 2. Ну, так будет, мне кажется, так будет красиво на столе. Цветочки можно в молочник поставить. То есть использовать. Так, перевожу на экран. Вот что нам выдает система. То есть, видите, он отсутствует, но он зарезервирован. И как только он появится на складе, этот товар, мне его просто добавят в заказ. Итак, все еще раз проверяю. Сережки, витаминки на месте. Баллы 152. Еще раз выставляю доставку. Потому что каждый раз, когда возвращаешься, нужно опять выбрать доставку, если это курьерская. Все, теперь я довольна. Просто нажимаю «Завершить оформление заказа» один раз и ждем, когда заказ обработается. То есть вот первый заказик такой небольшой. Я, конечно, когда получу, вот все готово, я его получу в среду, сразу распаковку снимем, все покажу, расскажу, что понравилось, что не понравилось. Сейчас, секундочку, вы у меня пропали. Не вижу. Так, вы меня видите? Поставьте мне плюсик. А то у меня что-то подвис телефон. Напишите, видно? Видно, слышно? Видно, слышно? Я, конечно, очень довольна заказом. Я люблю, когда в заказе приходит вот больше продукции для себя. Я, конечно, и для клиентов, но я в этот раз еще никому не давала каталог. У меня только две клиентки посмотрели в интернете. То есть вот он весь заказ. Классный. 152 балла. 2700 к оплате. Какая прелесть. Просто супер. Вот. Все. Перевожу на себя. Ну, я буду рада, если вы вопросы какие-то зададите. Я люблю общаться по поводу продукции особенно. Кстати, выписала себе в последнем заказе того каталога, тоже в среду получу, аппарат Skin Pro, вот этот новый, как он правильно называется, видели в каталоге? Мне кажется, это такая бомба просто. Я не пробовала, у меня был старый аппарат, и я все такая, да нет, не буду заказывать, не надо жадничать. И в последний день такая, да нет, все, закажу, хочу, не могу прям. И заказала этот набор, потому что... Хочется, знаете, вот пользоваться какими-то вещами, которые инновационные. Да, вот не просто там, ну, был у меня, да, когда-то там телефон Motorola, у всех, наверное, был. Но мы же на нем не остановились, правильно? Мы сейчас берем уже новые телефоны, такие навороченные, что вот в интернет с них можем выходить. Вот он, этот аппаратик. Сейчас покажу. Такой красавчик. Он с насадками, он ультразвуковой, это да, это гаджет, вот именно гаджет, такой современный, крутой. И я думаю, что благодаря ему у меня еще лучше станет состояние кожи. Я, конечно, я очень довольна своим состоянием. Я, кстати, расскажу вам, что я пользуюсь серией Novage, экологен. Если вы думаете, какой уход брать и экономите деньги, то я вам сразу могу сказать, никогда не экономите на лице. Никогда. То есть я вот с раннего возраста, то есть уже с такого
ну, где-то с 19 лет, я всегда себе брала хорошие кремы. То есть я не брала себе какие-то там, там эконом-варианты, лишь бы что-то намазать для галочки. Я считаю, что если ты сейчас сэкономишь на кремах, то потом ты будешь переплачивать косметологу. А косметолог, может быть, да, это и неплохо, и он может сделать хорошо, а вдруг нет. Я просто видела женщину, у меня есть знакомая, у которой все лицо перекошенное. Просто настолько ей уже там все кололи, вкалывали, поправляли, двигали, нашпиговывали всем, что на нее сейчас страшно смотреть. А была приятная очень женщина, знаете, прям вот, ну, да, она взрослая, да, у нее были какие-то морщины. Но, как говорится, стареть надо красиво, не надо бояться этого, надо просто ухаживать за собой. Вот, и все будет хорошо. Ну, если вопросов нет, девчонки, мальчишки, всех благодарю за внимание. Пишите, если что, в директ, в личку, пообщаемся. Всем хорошего вечера, приятных покупочек и до встречи. Пока-пока.